Добрый день, дорогие друзья. Когда я был маленький и ходил в детский сад, мы с ребятами делали замечательные рукотворные подарки нашим мамам к 8 марта. Я вам предлагаю сегодня вспомнить эту прекрасную традицию. Моя мама, как любая женщина, любит прихорашиваться перед зеркалом. Поэтому для нее будет хорошим подарком не только внимание сына, но и качественный дизайнерский предмет, сделанный собственными руками. Мы хотим для зеркала сделать раму. Кладем на фанеру и обводим. Обвели. Вырезаем. Теперь нужно нарисовать второй круг и вырезать его. Ну вот, у нас есть круглая картина. Зеркало – это холст, фанера – паспарту. Задекорируем его с помощью деревянных плашек. Распилим некоторые пополам. Итак, бруски из дуба готовы. Дальше мы их будем крепить к основанию с помощью клея. Я хотел создать лучистую солнечную работу, и бруски разной длины помогают мне в этом. Теперь осталось сделать наше солнце золотым. После покраски я приклеил раму к зеркалу с помощью того же суперклея. И пока оно сохнет, я хочу поздравить всех женщин, и особенно маму, с праздником весны и солнца.